Сегодня хочу вам рассказать о серии книг 1+, издания «Ранок», «Найди и покажи». У меня на украинском языке, а также все 4 книги есть на русском языке. Это любимые книги моей маленькой дочери в данный момент. Ей 1,5 года, 2 из них она уже знает наизусть, и еще 2 мы докупили. Давайте же приступим. Из первой ее самой любимой это были вот эти животные. Я вам сейчас полистаю. Очень плотный картон. Она их даже грызет, листает. У нее не получается. Но тем не менее, книги целые, книги не порванные. Это большой плюс. И картинки, как вы видите, яркие и приятные. Дальше мы брали «Мир животных». Это нам давалось чуть посложнее. Я советую начать вот с этих животных. Как бы тех, что в лесу. Вот здесь мы учим все, что в воде живет. Вы показываете ребенку, к примеру, мушлю, и он находит здесь вот мушельку. Быстренько вам пролистаю вот эту. Как вы видите, очень приятные крупные картинки, как для первой такой развивашки книжки, супер. Дальше о машинках. Как бы принято брать, вот мальчикам можно сперва взять машинки, если вы сперва с ребенком учите машинки. Но у меня девочка, она также обожает разные вот такие вот машинки, которые, как говорит, ну, синий трактор никто не отменял. А я вам пролистываю, чтобы вы видели, насколько качественно, красиво. Вот эти только недавно нам пришли, видно, что немножко такие новее. Но я бы рекомендовала, как самую первую для всех, это вот такую вот в селе. Ну, все дети первые, что учат, я так думаю, это животных, именно которые живут в поселках. Там кошечка, коровушка, вот. Вот так выглядят эти 4 книги. Мы безумно довольны, бюджетно стоят, очень качественные, и ребенку невероятно интересно их разглядывать, смотреть. Теперь 2 буду откладывать, 2 и давать, чтобы всегда было интересно. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. Впереди у нас еще много интересного. Всем пока-пока.